Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Галина Конышева, психолог и эксперт в области развития личности. И в этом видео, в видеосюжете я хочу с вами поделиться одним из секретов, как помочь самому себе бросить курить. Лично у меня, у бывшей курильщицы, этот процесс занял долгие-долгие годы, потому что я не знала все эти годы некоторых вещей. Например, для того, чтобы бросить курить, то есть нужно преодолеть некие ломки. Это знает каждый курильщик. Чтобы преодолеть эти ломки, надо их чем-то заменить. Чем мы обычно их заменяем? Мы обычно начинаем в рот что-нибудь кидать. То есть мы начинаем заедать это. Есть люди, которые говорят, что нет, этого не происходит. Ну, нет, это происходит. Поэтому очень многие поправляются после того, как бросают курить. Именно потому, что пытаются заменить эту ломку, эту тягу к курению, это раздражение. Так вот, для того, чтобы не набрать лишний вес, надо вырабатывать сразу изначально правильные привычки. То есть сразу брать двух быков за рога не получится. То есть один бык – это у нас тяга к курению, мы его пытаемся взять за рога, положить на лопатки, а второй бык – это лишний вес, который мы тоже пытаемся взять под контроль. И вторая проблема – это действительно проблемы, и они отнимают колоссальное количество сил. Так вот, я вам предлагаю расслабиться, и если вы уже курите, и пока курите заядлые, пока не можете от этого никак отойти, даже близко к этому, то есть вот, может быть, вы точно так же такие же заядлые, какой была и я, то тогда вырабатывайте правильные привычки хотя бы по питанию. То есть переходите на питание, которое не добавит вам лишнего веса. Это нежирный кефир, это какие-то обезжиренные продукты. Привыкайте употреблять меньше сладкого, мучное убирайте. То есть хотя бы вот переходите на другой образ жизни. То есть если для вас это не проблема, то, скорее всего, вы вес не наберете. Если все-таки вы любитель покушать, и любитель каких-то и тортиков, и конфет, а это потому что это дополнительные эндорфины, вот это было у меня. Точно так же, потому что я, например, могла голодать и держала стройную фигуру, закуривая ее. То есть я боролась с лишним весом с помощью сигарет. То есть я перебивала свой аппетит и свое желание там перекусить лишний раз именно сигаретой. Мне это удавалось, мне удавалось поддерживать стройную фигуру. После того, как я бросила курить, я набрала лишний вес. Это именно из-за того, что я заранее не подготовилась к этому процессу. Вот я вам говорю свой секрет. Если вы не хотите сначала одного быка, а потом второго, а потом они вас могут поднять на все четыре рога, и, так сказать, ничего не останется, все вернется, и лишний вес вернется, и курение вернется. Соответственно, первое. Во-первых, вода. Вода, хорошая вода. Мы пьем воду. Это надо привыкнуть. Не жидкости какие-то, не супы, не компоты, а именно простая, чистая, хорошая вода. То есть мы ее пьем сознательно. Мы ее пьем в течение дня, потому что вода – это минусовые калории, когда вы пьете. Организм прогоняет воду по всему своему периметру, по всем сосудам, по всем клеткам, промывает их, прочищает, убирает токсины. То есть вода помогает вымывать токсины из организма, очищает его. Это известный факт. Но вода должна быть хорошая, чистая. Сырая чистая вода, родниковая. То есть вот если тратить деньги, то стоит их потратить именно на покупку хорошей воды питьевой. Она у вас должна быть все время под рукой. Она должна быть у вас с собой, эта вода. То есть если вы можете перебить желание курить, именно выпив стакан воды, полстакана воды, глотнув воды, можно ее еще туда добавить лимонного сока. Это первое. То есть вода, непременные условия вода. Второе, точно так же мы можем разделить, увеличить расстояние между выкуриваемыми сигаретами, то есть заранее подготовив себя к бросанию курить, не набирая вес, значит, меняем режим питания. То есть у нас вместо мучного давайте привыкайте есть сельдерей, есть петрушку, есть овощи и фрукты в первой половине дня и овощи во второй половине дня.
То есть переходить на нежирное мясо, переходить, ну, сокращать хотя бы объем, какие-то вот ваши явные такие провокационные вещи, явно вредные, которые вы уже знаете. Сейчас очень много информации об этом, о том, какая еда полезная, какая не полезная, какая идет в жир, которая идет лишний вес. Сейчас очень много и популярных передач на эту тему. Поэтому, в принципе, мы уже все так знаем, какие продукты нам надо есть, какие не надо есть. Значит, мы подходим к этому осознанно. То есть не вопрос то, что «а я хочу». Ну, я хочу, но надо с собой договариваться. Хотя бы увеличивать вот эти вот размеры своего «хочу». Между «хочу» и «хочу» дистанцию увеличивать. То есть я не говорю, что вы сразу все прекращаете, ни в коем случае. Мне, например, это не получалось никогда. Есть люди, которым это удается. Мне никогда не удавалось. То есть если я на силе воли, то через какое-то время привычка возвращается. Не у меня, у одной. Это так устроено очень многие люди. Редкое количество людей, которые могут, вот, взяли и бросили. Так вот, переходим именно к тому, что наш рацион должны поступать мы сознательно. Заменяем свой рацион, мы сознательно вводим элементы, которых раньше не было. Мы убираем вредные элементы, постепенно сокращаем. Вот здесь надо применить усилия. И вот это усилие выдержать свободно можно. Вот такое усилие легкого ограничения себя. Не отказа категоричного запрета, а легкого ограничения. Удачи вам, дорогие друзья! С вами была психолог Галина Конышева. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео и обязательно загляните на мой блог «Сознание 21 век», который предназначен для людей с творческим и лидерским потенциалом, которые занимаются своим саморазвитием.